1845 году опубликовано доказательство Эйзенштейна квадратичного закона взаимности. Оно использует свойства функции синус. Удивительно простое, то есть вот кроме, что называется, школьной тригонометрии, фактически ничего не нужно. Давайте разбираться. Ну, как всегда, P – натуральные и нечетные взаимопростые числа. И идея у Эйзенштейна очень простая. Если мы рассмотрим функцию синус и нарисуем тригонометрический круг, то смотрите, когда угол от 0 до 180 градусов, синус больше 0. Когда мы движемся по этой нижней дуге, синус меньше. Вспоминаем критерий Гаусса. Что там было нужно? Взять числа от единицы до p-1 пополам, каждое умножить на число q, и после этого взять по модулю p. Вот. Но, смотрите, это то же самое, что когда мы возьмем углы, то есть впишем в единичную окружность правильный p-угольник, чтобы одна из его вершин попала в точку с координатой 1, 0. Это единичная окружность, но немножко криво нарисована, но ничего. Вы все понимаете. И смотрим на произведение, написанное в знаменателе. Ну, это просто произведение всех вот таких вот синусов. Да, окружность разбили на P частей. И знаменатель положительный. А вот как только при умножении на q мы перескакивали в число, которое после взятия остатка по модулю p оказывалось между p пополам и p, ну, то есть, соответственно, угол оказывается внизу, то получаем минус. Значит, вот этот вот символ, это просто-напросто знак этого числа. Более того, на самом деле это просто число. Потому что мы помним, что собственно, все остатки получались со знаком плюс или со знаком минус по одному разу. Это на самом деле просто это число. Хотя нам важно, что знак вот этого числа такой же, как у символа. Хорошо. Теперь, думаю, нельзя ли это как-то переписать. Это очень просто. Здесь k пробегает значение от единицы до p минус 1 пополам. И вверху тоже. Поэтому на самом деле мы имеем дело с таким произведением. Произведение от единицы до p минус 1 пополам синус q умножить на 2π делить на p разделить на просто синус 2π делить на p. Значит, нас интересует величина синус qx разделить на синус x. Ну, а это в тригонометрии известная задача. Синус 3x, там, не знаю, синус 5x выражается через синус x. Давайте посмотрим на формулу. Сейчас я докажу, но сначала все-таки завершим, собственно, рассуждение Эйзенштейна, потому что это же стандартная формула из тригонометрии, и мы ее легко получим. Итак, смотрите, что здесь написано. Многочлен вот в этой части. Но даже когда на синус поделишь, то получается здесь многочлен от синус квадрата. Множитель 2 в степени q минус 1, на самом деле не важно, какой, я просто докажу, что он такой, но важно, что это некоторое положительное число. Интересно вот это сколько? Что мы сейчас делаем? Как в той формуле было написано, вместо x мы должны подставить 2π разделить на p и перемножить по всем k от единицы до p минус 1 пополам. Отлично, вот это здесь сделано. Здесь сделано. Давайте сравните. Синус q умножить на 2π делить на p делить на синус. И каждое вот такое частное по верхней формуле перепишите. Я здесь чуть-чуть ошибся. Здесь их p минус 1 пополам штука. K убегает значение от единицы до p минус 1 пополам. Вот такой коэффициент. Ну, совершенно не важно, какой он там. Важно, что здесь вот такое вот произведение скобок. Так? Так.
Хорошо. Теперь смотрите, что мы получим, если в этом рассуждении везде поменяем местами b. Но здесь ставятся скобки, и повторяю, все равно это не важно, это положительный коэффициент не важен. Важно, что вот здесь переставится каждый раз уменьшаемое и вычитаемое. И поэтому знак изменится столько раз, сколько этих самых скобок. А сколько их? K пробегает значение от единицы до минус 1 пополам, L пробегает значение от единицы до Q минус 1 пополам. Значит, таких скобок в точности P минус 1 пополам умножить на Q минус 1 пополам штук. Знак изменится ровно столько раз. А это и есть квадратичный закон взаимности. Когда вы вычисляете символ Q по P, то это то же самое, что символ P по Q умноженный на минус единицу вот в этой степени. В степени P минус 1 пополам умножить на Q минус 1 пополам. Вот так замечательно при помощи свойств функции синуса Эйзенштейн доказал квадратичный закон взаимности. Вот в верхней формуле... Это многочлен. Ну, синус х – это что-то вроде переменной. Вот это конкретное число. Мы вот в это тождество, в это тождество подставляем вместо х 2 πk разделить на p. И получаем тогда... что вот это вот число, синус q умножить на 2 пика делить на p, и все это делить на синус 2 пика делить на p. Это есть вот такое вот произведение. Поняли? Понятно? Потому что многочлен возлагается на множитель. Понятно или нет? Я не понимаю, почему в нижней формуле идет 2 пи l делить на q минус синус в квадрате 2 пи k делить на p. Да. А в верхней формуле идет L делить на Q минус синус X. Потому что когда вместо X подставишь 2 пика делить на P, то вот эта скобка превращается в F. Докажем теперь вот эту формулу. Это очень легко. То, что требуется, это знание синуса суммы. Синус альфа плюс бета, это синус альфа косинус бета, плюс синус бета косинус альфа, косинус суммы. Косинус суммы – это произведение косинуса минус произведение синуса. Вот. И давайте сделаем такой финт. Поскольку с косинусами чуть-чуть легче работать, заменим синус х на косинус π пополам минус х. И, соответственно, синус qx на косинус π пополам минус qx. Это просто потому, что есть такое понятие многочлена Чебышева, которое выражает косинус nx через косинус x. И я просто наизусть помню, что там. А с синусами, на самом деле, тоже можно, если там нужно написать косинус, то и с синусами можно. Но все-таки мне проще так. Ну, понятно, что здесь вот из-за того, что q нечетное число, то в зависимости от числа q минус 1 пополам, может быть, с плюсом, может быть, с минусом. Вот. Но в любом случае, что называется, дело с точностью до знака свелось к изучению косинуса. Хорошо. Давайте теперь смотрим на косинус. Косинус 2х – это 2 косинус квадрат минус 1, косинус 3х. Что, заметьте, здесь косинус выносится, старший коэффициент равен 4. Здесь старший коэффициент равен 2. Понятно, что мы по индукции будем доказывать, что косинус nx – это многочлен n степени от косинуса со старшим коэффициентом 2 в степени n минус 1. Ну, кстати, это соответствует тому самому числу, которое там было написано. Вот. Как идет индукция? Очень просто. От числа к числу через единицу. Смотрите, вот если мы все знаем про косинус n-1х,
то мы можем расписать сумму косинус n плюс 1 х и косинус n минус 1 х следующим образом. Вот это вот косинус n плюс 1 х по формуле сложения, а это косинус n минус 1 х. Синусы исчезают, получается 2 косинус n х косинус х. Так смотрите, здесь был по положению индукции многочлен степени n минус 1, здесь многочлен степени n, и еще умножается на косинус, получается многочлен как раз в степени n плюс 1. И старший коэффициент умножается на двойку. Отлично. Причем, если у нас вот это выражение делилось на косинус, вот это делится на косинус, и поэтому не будет делиться. Поэтому для нечетных чисел косинус выносится. Так, и старший коэффициент это 2 в степени n минус 1. Понятно? Да, индукция понятна. Отлично. Теперь возвращаемся к нашей формуле. Ведь тут утверждается, что не просто какой-то многочлен, а вот такой. Ну, смотрите. Смотрите. Если мы записываем вот здесь вот косинус по только что доказанной формуле, то что у нас получается? Вот этот знак минус 1 в степени ко минус 1 пополам. Это не так интересно. Старший коэффициент 2 в степени ко минус 1. И получается косинус пи пополам минус х и какой-то там многочлен. Степени q минус 1 от косинуса пи пополам минус х. Но это у нас синус, что замечательно соответствует тому, что здесь синус. Со старшим коэффициентом тоже все хорошо. И заметьте, пожалуйста, со знаком тоже все замечательно, потому что здесь как раз q минус 1 пополам. Да? Вот. Единственный вопрос. Почему корни вот такие? Ведь когда мы на это смотрим как на многочлен от синуса, то фактически получается, что здесь все разложено на линейные множители. Да? Так давайте проверим. Если вместо синуса x подставить синус 2πl делить на q, что тогда будет? Значит, вместо x подставляем 2πl делить на q. Здесь будет, смотрите, q умножить на 2πl делить на q. Это же 2πl. А синус от 2πl это 0. Значит, действительно такой корень есть. Ну и если взять здесь минус 2πl делить на q, то же самое будет минус 2πl. Такой корень есть. И все эти числа, синус 2π делить на q плюс-минус, синус 2π умножить на 2 делить на q и так далее, это все разные величины. Значит, мы у многочлена указали ровно столько корней, какова его степень, но и по теореме Безу он разлагается ровно таким образом. Вот это один из способов доказательства этой формулы. Есть, что называется, для больших. Для тех, кто уже знает формулу, выражающую синус через экспонент. Е в степени фи равно косинус фи плюс и синус фи. Ну, соответственно, из нее вставляя вместо фи минус фи и вычитая, получаем, что синус вот так выражается, можно было смотрите, что сделать. Вот когда нас интересует синус куфи, то что это такое? Это е в степени и куфи минус е в степени минус и куфи разделить на 2. И задача у выражений
синус куфи через синус фи сводится к такой задаче. Выразить вот эту величину через эту. А давайте e в степени и фи обозначим какой-нибудь новой буквой. Например, буквой y. Тогда мы получим вот какую задачу. Y в степени q минус y в степени минус q, деленное на 2y, надо выразить через y минус y в минус 1, деленное на 2y. Ну, слушайте, 2y это, в конце концов, не самое интересное, поэтому фактически возникает такая задача. Y в нечетной степени минус единицу делить на y в нечетной степени надо выразить через y минус 1 y. Это одно из известных упражнений школьной математики. Давайте посмотрим. Скажем, если q равно 3, то что это за дело? Мы должны выразить через y минус 1 y. Это легко. Для этого надо y минус 1 y возвести в куб. Смотрите, что будет. Y в кубе – это то, что нам нужно. Единица делить на y в кубе – то, что нужно, причем с нужным знаком. Все хорошо. И еще есть утроенное произведение. 3y квадрат умножить на минус 1 y. Так, напишем. 3y квадрат умножить на минус 1 y. И другое, наоборот. 3y умножить на минус 1y в квадрате. Вот. Ну что это такое? Вот это вот будет с плюсом 3y, а это будет с минусом 3y. Значит, я могу вот прямо так и написать. Тройка умножить на y минус 1y. Да. Вот так для тройки. Теперь давайте посмотрим по индукции, что будет, если мы переходим от одного нечетного числа к другому. Вот представьте себе, что у нас все хорошо для всех нечетных чисел там, от одного до скольки-то. И рассматриваем очередное число y в степени q плюс 2 минус единица деленное на y в степени q плюс 2. Что мы можем сделать? На это очень простая вещь. Надо написать y в квадрате плюс единица деленное на y в квадрате умножить на y в степени q минус единица, деленная на y в степени q. Ну, это, конечно, не равно. Потому что, смотрите, квадрат умножается на q, получается, q плюс 2 – это хорошо. И знаменатель – это хорошо. А плохо, когда умножаешь вот так сюда, и плохо, когда умножаешь так сюда. Ну, хорошо. Значит, я должен вычесть y в степени q минус 2. Таким образом, я ликвидирую вот это. И прибавить единицу, деленную на y в степени q минус 2. Таким образом, я вот это вот ликвидирую. Так, теперь получилось равенство. Q минус 2 – это нечетное число. Все замечательно. Можно считать, что по предположению индукции с этим все в порядке. Здесь тоже хорошо. Тоже нечетное число. Но и тоже. Проблема вот здесь. Что такое y квадрат плюс единица, деленное на y квадрат? А это ясно. Это y минус 1 y в квадрате плюс 2.
раскрыть скобки, то получается. И вот, вот так происходит переход индукции. Так что если угодно, то можно было вот так вот сделать. Давайте еще раз посмотрим на доказательство, потому что оно мне очень нравится. Доказательство Эйзенштейна. Вот, я его сохранил на доске. Сначала мы свели по критерию Гаусса вычисление символа к вычислению произведения синусов. Затем расписали вот, отдельно, и теперь каждый из них по вот этой вот формуле выразили. Так, вот, все замечательно. Выразили. И получилось выражение вот такое. Для Q по P. Но если бы считали для P по Q, то все получилось бы то же самое, кроме того, что